Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать от имени городского управления Зальцгиттера и в первую очередь наших друзей из города побратима Старый Оскол. Когда мы в 1987 году это партнерство на месте основали, мы еще не представляли, что через несколько лет это братство будет наполнено такой жизнью. Этому мы особенно рады. Побратимость – это не только означает обмен делегациями, группами, обществами. Побратимость означает помогать друг другу в трудное время. Население Зальцгиттера в последнюю зиму показало пример помощи населению нашего города-побратима в тяжелое для него время. За это всем вам, обществам, группам, школам, церквам, профсоюзным организациям, предприятиям и частным лицам, которые оказали помощь, сердечное спасибо. Это спасибо сегодня возвращается к нам в лице этого хора, который объявил, что хочет таким образом отблагодарить за оказанную помощь. Эта волна помощи, желающих помочь, была велика. На этом месте еще раз и вам, господин Пипа, сердечное спасибо за поддержку этой инициативы, которую вы уже много лет назад поддерживали промышленными контактами со странами Восточного блока. Эта связь и нам очень необходима. Если мы сегодня слушаем песни и музыку, мы чувствуем, что песни и музыка уничтожают всякие границы, границы, которые и в Европе, и по всему миру теряют свое значение и связывают людей. Люди из Зальцгиттера и Старого Оскола, давайте сегодня вместе испытаем это великолепное чувство давать и принимать благодарность. Большое спасибо. Take care of the one that's
вечер, дорогие немецкие друзья. Moment, ich möchte mich entschuldigen zuerst wegen meiner Stimme, ja? Vor lauter Aufregung habe ich Stimme verloren. Ja. Guten Abend, liebe Damen und Herren. Guten Abend, liebe deutsche Freunde. У вас в гостях сегодня самодеятельный фольклорный коллектив Дворца культуры молодежной Оскольского электрометаллургического комбината, приехавший из города Старый Оскол по приглашению инициативного комитета «Зальцгитер помогает Старому Осколу». Heute ist es bei Ihnen zu Gast der Folklore-Chor aus der Stadt Starый Оскол. Das sind keine Berufsleute, sogenannte Professionelle, das sind Laienkunst. Die Leute arbeiten in der Hütte und nach Feierabend machen sie sowas, ja? Wir sind angekommen auf Einladung des Initiativkomitees Salzgitter hieß Starый Оскол. Концертную программу коллектив открыл хоровой призовой песни «Черноземные зоны России». Es wurde ein Lied gesungen, sogenannt Рингентанц, gehört zur Schwarzerde Sonne Russlands. По традиции гостей на Руси всегда встречали хлебом с солью. Es gibt einen alten russischen Brauch. Liebe Gäste werden bei uns empfangen mit Brot und Salz. Бабёночка собою, алые губы, сердце высушила, заставила по ночам ходить на свидание. И своя жена стала горькою травой, а чужая — белой лебедью. Es gibt ein Wort, verstehen Sie, die Folklore ist sehr schwer zu übersetzen. In Deutschen gibt es viele Worte gar nichts. Und zum Beispiel Weibchen, sagt man bei euch nicht so lieb, ja, aber bei uns ist es ziemlich lieb. Und jetzt werden die Männer singen über ein Weibchen. Die ist sehr schön, sehr hübsch. Und ein Mann hat sein Herz an ihr verloren, ja. Er hat seine eigene Frau vergessen und besucht nur sie. Und seine eigene Ehefrau ist ihm zum Wehr und Kraut geworden. Я, да не ты ли меня?
Thank you.
песня не журись, девка, о девичьей мечте, грусти об ушедшей молодости. Молодость проходит так же быстро, как проходит лето. Но не стоит грустить об этом. Das ist ein Lied über die Sehnsucht nach der Jugend, die so schnell, leider so schnell vergeht, wie der Sommer, wie der Herbst. Aber wollen wir uns danach nicht mehr zurücksehen. Поют солистки хора Валентина Шишлянникова и Любовь Переверзева. Yeah.
ансамбля русской народной песни прозвучат две песни. О жизни казаку немыслимо на широком просторе, без лихого коня. Chorgruppe singt jetzt zwei Lieder. Das erste Lied über den Kosakenleben, das unmöglich ist ohne einen flinken Ross. И вторая песня о женщине, у которой то базар, то баня, то разговоры, а до домашних дел все руки не доходят. Und das zweite Lied ist über eine Frau. Und was macht diese Frau? Zuerst Bazar, dann Geschwätz, dann ein russisches Badehaus. Und die Hausarbeit schiebt sie immer auf die lange Bank. Но муж ее все равно любит. Aber die Ehemann liebt sie auch so.
там остановится зелененькая. Ой, дубай, дубай, дай, дубай, дай. Ой, дубай, дубай, дай, дубай, дай. Yeah.
Первая о судьбе нелегкой казачьей, службе в дальней стороне. Männliche Chorgruppe sind hier zwei Lieder. Das erste Lied über den Kosakenschicksal, über den, das Schicksal, das die Kosaken so oft weit von der Heimat führt. На Руси всегда почитали родство, уважали кумовей, вторых родителей, детей. И вот вторая песня о куме, которая хороша собою, алые губы так и манят. Не любить ее просто невозможно, тем более, что и в гости-то она очень часто приглашает. Das zweite Lied. In Russland wurden die Verwandtschaft immer geehrt. Genauso wie die Pateneltern praktisch die zweiten Eltern von Kindern. Und dieses Lied ist von einer Patenmutter. Die ist so hübsch, es ist unmöglich, diese Frau nicht zu lieben. Außerdem, sie lädt so oft, sie zu besuchen. Thank you.
саду комарики и не дают спокойно гулять. Но если девушку ждет милый, то ни комарики не страшны, ни маменькина брань. И ей она отвечает: как ходила, так и буду ходить, как любила, так и буду любить. С гитофилем выглядим узом и грюном гартом, где займут мюбель шпацером сугей. Aber wenn ein Geliebter auf das Mädel wartet, dann hat sie schon keine Angst vor Mücken und vor ihren Mütterchen, die das Mädel für sowas nur beschimpft. Und das Mädchen antwortet: ich bin spazieren gegangen, ich werde es auch weitermachen. Ich habe ihn geliebt und ich werde ihn auch weiter lieben. Зеленый кольцо.
какая ягода, земляничка, растет в обору, зреет на солнышке. Так и девушка растет. Приходит время, зовет она милого. И если милый с ней постоит, ласково поговорит, то станет она ему верною женой. Es gibt solche Beeren bei uns, Waldbeeren heißen sie genauso wie bei euch. Sie wachsen im Wald und werden reif in der Sonne. So wächst auch ein Mädchen. Es kommt die Zeit, da hat sie ihren Geliebten. Und wenn er nur daneben steht und zärtlich mit ihr spricht, dann wird sie ihm eine treue Frau sein. Oh!
грустная лирическая песня о девушке, которая сидит и ждет милого, а его все нет. Подошла она к его дому и видит, а он сидит с подружкой. И девушка желает своей сопернице любить и страдать, как любит и страдает она. Das ist ein trauriges lyrisches Lied über ein Mädchen, das auf seinen Geliebten wartet. Aber der kommt und kommt nicht. Und da geht sie zu seinem Hause und da sitzt er mit ihrer Freundin. Und sie wird ihre Gegnerin so lieben und so leiden wie sie selbst. Солистка Валентина Шишленникова. Это Фрауэн Конкруппе и солистин Шишленникова.
у молодой жены старый муж. Собрать орехи они приглашают молодых парней. И молодая жена обещает новому милому встретиться с ним в хороводе, если старого мужа свяжут и оставят дома. Eine junge Frau hat einen alten Ehemann und die beiden laden junge Bursche ein, um die Nüsse zu pflücken. Und da verspricht die junge Ehefrau einem jungen Burschen, sich mit ihm zu treffen, wenn der alte Ehemann gefesselt sein wird und zu Hause gelassen wird. Thank you.
Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, речи говорить мне не положено, я переводчица. Но я скажу несколько слов. Я очень расстроена, взволнована, поэтому приготовила речь на бумажке. Фольклорная группа из Старого Оскола приехала в город Зальцкитер, чтобы сказать сердечное спасибо всем, кто помог организовать эту поездку. Большое спасибо жителям нашего города-побратима за большую помощь, оказанную этой зимой. Большое спасибо комитету «Зальцкитер помогает Старому Осколу» Василиусу Кокламанусу, который очень многое сделал для того, чтобы из чужих людей стали друзья. Большое спасибо и главному бургомистру города, господину Штруку. Мы танцевали и пели для вас в знак дружбы, чтобы сблизились сердца двух народов. Если вы слышали наши голоса, если вы нас видели, у нас только одно желание. Давайте будем друзьями. Я очень рада, что сегодня столько много зрителей здесь. Большое вам спасибо. Wir sagen auf Wiedersehen.